Дата рождения? Да. 27-го. Да. Год рождения? 95-го. За что задержан еще? Можете рассказать? Могу. Да. Как сказали, просто кафешка день рождения отмечали, сидели. И рядом вот пацаны подрались. Смотрели. Когда вызвал полицию, они уехали на своей машине и нас собрали. Угу. А где работаете? На стройке. На стройке где? В Озерках. В Озерках. А сюда приехали кафе посидеть, да? Ну, хорошая кафешка, здесь постоянно сидим. Угу. Yes. Сейчас. Первый углу, дата рождения, 5.02.92 год. Мы пришли на кафе отмечать день рождения. Возле нас сидели круг, там уже начался разборка, и там газовый баллончик, что ли, они открыли, женщины подрались. Потом вышли на улицу и нас закрыли. А там через 20 минут сразу там пришли, это полиция, а мы остались. Если открыто было, мы ушли бы. Мы там остались. Сами-то дрались? Нет, я не дрался. Мы отдельно сидели. Угу, постоянно сидим здесь просто. Вот. Не знаю, а сами где проживаете? Я? Да. Казанская улица, 4. Угу. Ранее привлекались? Нет, 14 лет здесь. Нет, официально. А где работаете? Сейчас время не работаю, я только недавно приехал. Я поваром работаю в ресторане. Ясно. Занялся 67. Супер. Вопрос 2. От рождения? 19.09.95 год. За что задержан сотрудником полиции? Мы сидели в кафе, день рождения. Вы сидели в кафе и день рождения отмечали, да? Да. Ваш мой день рождения. Ага. Ну вот, ваши сотрудники приехали, нам сказали, где-то была драка, нас задержали. Ранее судимо? Нет. Где проживаете? Полярных 9. А почему в Кировском районе решили собраться? В смысле? Ну вот здесь, собрались на маршу Жукова. Ну, нравится здесь. Кафе хорошее, да? Да, узбекское. А, дата рождения? 08.06.2001. За что задержан сотрудниками полиции? Сидящим отмечали день рождения. Как бы сказали, что вы как приедете, бы будете смотреть. Другой коллектив, ну, устроили драку. И уехали. Как бы после них все время приехали сотрудники полиции, и мы как бы оказались. Ну, задержали, собрали. Сами не дрались? Нет. Вы отмечали день рождения, да? Хорошо, да. А можете сказать, что там было за драка? Вы видели? Нет, я в этот момент я спал. Спали, да? В кафе? Да. Ну, я немножко выпил и уснул. Уснули, да? Да. Бывает. За что задержан? В кафешках сидели, в соседнем столе они подрались, они между своими. А вы просто так сидели, ничего просто не делали? Сидели, нас набрали, ваши сотрудники. Дата рождения? 27.06.99. За что задержан сотрудника полиции? В кафешках как бы сидели, в соседнем столе кто-то дрался, и они все уехали. Кто-то перчиком брызнул друг друга, и ваши сотрудники приехали. И что, и задержали вас, да? Задержали. Вы просто так сидели, ничего не делали? Мы всего день рождения отмечали. А, ясно. Где проживаете? Казанская 4. Казанская 4. И вы все собрались в Кировском районе посидеть в кафе, да? Да, здесь сидели. На Жукова. А что задержали? Просто? Просто. Просто задерживали, чтобы мы покушали на кафе. Вы дрались? Нет. Просто вас так задержали, сотрудники полиции, да? Да. Ясно. Ранее судимы? Нет. Проживаете где? Набережная Октябрьская. В Невском районе, понятно. Да. Просто так сидели, ничего не... Да, не драли. Мы не драли. Мы не дрались, да? Да, не драли.